Руки замерзли. Не, мне кажется, холодно, наверное. Так, короче, всем привет. Привет, привет. Задавайте вопросы, отвечу. Ты что, зашел ко мне в прямой эфир? Господи. Между Адрианой и Элиной была драка. Да какая драка? Мужика поделить не могут, и все. Янка, ты красотка. Брови огонь. Я согласна, кстати, девочки. Брови просто пушка делаются. Вы встречаетесь с Димой? Живем вместе. Как ты? Я прекрасно вообще, пупсики. Был вчера нервный срыв. Позавчера. Вот. Но в итоге мы выехали в город. Провела себя хорошо. У тебя нет звука. Илья, у меня есть звук? Ян, что там с Димой, когда вы объявитесь о паре? Господи, какие планы на ближайшее время? Короче, да, нормально все, есть у меня звук. Слушайте, какие планы на будущее? Жить мирно, без мозгоебства, и рано или поздно, наверное, пора домой, домой пора. О, Давафан, привет. Вы спите с Димой? Хороший вопрос. Хороший. В одной кровати, конечно, спит. Крис с Грантом вместе? Да, вместе. Хотя не знаю, на чем их пара держится, до сих пор не понимаю. Вот сегодня рассуждала на эту тему и не понимаю. Говорят, у вас там эпидемия по гриппу. И Бородина заболела, не знаю. Кстати, да, Адриана... приболела. И Адриана на проекте. Ян, кто-то по гороскопу. Я близнец, и мне порой кажется, что это жопа. Бухич застешила, решила с Артемом сойтись. Адриана вместе с Ильей? Нет. Не уходи домой, без тебя будет скучно. Я надеюсь, что когда-нибудь придет мне замена и будет еще хлеще. Зачем домой? Бери Диму и строите любовь. Мы очень хорошо, кстати, с Димой общаемся, у нас все нормально в этом плане. Хочу к тебе на проект. Фоткались на заправке летом. Серьезно? Что было летом? Вы там все друг другу мозги бьете? Нет. Ты хочешь на Сейшелы? Честно говоря, надолго я бы не очень хотела попасть там. Да, Дима красит ногти, и в этом ничего нет такого плохого. Так, ты беременна? Нет, ребята, я не беременна, я не... Беременна. Ты лучше скажи, что у тебя Вика беременна, а не я. Ты забыл, что им тесты покупали? Ты лучше без тебя. Там не на кого смотреть. На истерику Ромашова. Так. Правда ли, что Дима за периметром... Правда ли, что Дима за периметром встречается? С кем Дима встречается за периметром? Как относишься к Вике и Эдуарду? Ну, Эдуард, ты такая, знаете, серая, маленькая мышка, у которой нету там интеллектуальных каких-то мозгов. Тупой. Да, тупой. Ну, а баба нормальная, с фитилечком. Правда, видела, как она плачет. Крокодильными слезами. Из-за меня, из-за того, что я тупой. Гадости не пишите. Плевать на Адриана и пора домой. Реснички нарощенные долго. Кстати, да, мои любимые гулечки, они держатся месяц. Месяц просто. Ответь мне, то, что я фоткалась с тобой на заправке, я уже не помню. Я много с кем фоткаюсь. Ромашечки летят в Мексику, да. Конфетка-близнец, самый лучший знак. Сколько раз в день снимают камеры? Они снимают 24/7 просто. Про ковид вы слышали что-нибудь? Ответьте, пожалуйста. Ну да, ковид появился в 2020 году. Было дело, слыхали. То или иной тест нужен был вообще. Нет, губы у меня не свои, я делала их. Если напишет подписчик, ответишь? Ну, бывает, но не часто. Где Баха? Не знаю, где Баха. Надо узнать у него. Ты уходишь с проекта? Пока нет, но... Как Вика отнеслась к этому? Какая? Вы про которая с Эдиком? Эдик, как твоя Вика отнеслась то, что это? Ты покупал ей тест?
Нормально отнеслась. А, по воскресеньям показывают, по-моему, в 11 или в 12 часов ночи дом 2. Киану не достоин тебя, он проходимец. Ну и нормально. Она покупала тесты за задержки, на всякий случай удостовериться. Адеев больше не нравится. Я хорошо отношусь к Адееву. Приветики. Как у Крис Гранта? Вроде более-менее. Может, переспите уже. Так, правда, что Дима встречается с Викой? Нет, неправда. Кто такие слухи распространяет, что он встречается с Викой? Брови красивые, да. Ермакова, пишите, чтобы попасть на проект. Сейчас показывают его утренний эфир. А что там в утреннем эфире? Ой, Линка к нам зашла. Вот эта женщина, после которой мне пишут во всех новостях, что я беременна. Спасибо, подстава так подстава. Что делать, даже не знаю. Вот оно. Яна, если честно, верила Вась, да, вы очень красивая пара была бы, да. Давочка лучше. Кто выиграл вчера Малинки? Вы не поверите. Эдик, походу, растрепался, да? Нет. Короче, вчера участвовали в Малинках. И Надежда Ермакова, Алена Опенченко и number three Евгений Ромашов. Ну, из этой всей троицы остались только один Ромашка, и ему попались конкуренты. Такие, знаете, очень способные, оказывается. И среди них была одна женщина. Женщина надрала жопу двум парням. Хе-хе-хе. Про какую долбоебку ты говорила в историях? Вот пусть останется. Так, привет, я пишу тебе из Чечни. Как бороться с депрессией? Скажи, пожалуйста. Ребят, я не знаю, как бороться с депрессией. Найдите в каждой мелочи счастье и улыбку. И тогда все будет у вас прекрасно. Давай, Яна, вы с Димой хорошо смотрите. Спасибо. Адеев с Альбиной. Как вы можете говорить про фикции на проекте, если у вас с Димой проектная история? Как вы определяете, что проектное, что нет? Вы вообще, в принципе, все здесь на проекте. Ну, как бы, значит, все здесь проектные. Визу в Испанию делала, покидаешь проект. Короче, да. И вопрос, ответ да, это на то, что я делаю испанскую визу. Все правильно. 1 февраля мне должны отдать ее. Как вы будете Женю и Настю? Да, реально, сегодня вышел эфир. Я хочу это увидеть просто. Не втюхайся в Диму, иначе писец будет. Не хочу никого любить, успокойтесь. Елена такая классная девчонка, согласна. Сегодня Димка и рот так как заклеил скотчем. А сегодня вышел эфир секс? А нет. А. Нет, Дима сегодня Елене рот заклеил. Я на кого училась? На модельера-конструктора одежды. Вы очень красивая пара, Сдава. Верю, что когда-нибудь будете вместе. Ой, согласна. Просто идеальная пара. Где Дава? Дава в Дубае отдыхает с Мэри Крэмбери. По-моему, с ней. Нет, я не курю, кроме кальяна, ничего. Адриана с Элиной некрасиво поступили. Элина подстрекала. Чё? Я бы еще хуже сделала бы. Рост у меня, короче, 179, и на всю страну сказали, какой у меня вес. 63 килограмма. Нету лекции. У тебя губы сохнут. Да, согласна, поэтому... Очень часто это. Пользуюсь блесками. Оставьте Даву в покое. Он отдыхает со своей девушкой в Дубае. Вот, согласна. Так. Какая стрёмная. Дима говорит про вашу фикцию. Где говорит, не знаю. Куда сейчас поехали Безус и Ромашов? Странно, поехали они, а должна знать я. Вам не кажется? Волос нарощен, ребят, да. Нахрена все рассказываете вы? Теперь знаем, кто победил в Малинках. Эфир неинтересно. А кто? Я не назвала даже фамилию. Так, это Янка с Дома 2. Покажи участников. Вот этих стрёмных. Эдик, иди сюда. На, я тебе покажу. Вот эта серая мышь идет, знакомьтесь. Серая мышь Дуар. Да, он когда-то, кстати, за мной ухаживал, но он мне дарил цветы, а я ему отказала. Ой, да, конечно, конечно. Давайте дальше. Она вам чешет, как вы. Да, конечно, что, эфиры забыл? Как я тебя всаживала?
Да, да, конечно, я иду в дом 2. Татьяна страдала, по мне плакала. Чё? Еще я по мужам буду плакать. Я иду в дом. Тебе ответили, что ты идешь все-таки или нет? Так, не виден диалог. Никто не целует. Кого никто не целует? Меня? Согласна. Вот и сохнут. Некому целовать. Ой, шучу, шучу. Есть кому. У меня же Димочка есть. Следите за Викой, за ее соцсетями через фейк. Нет, я не сижу. Саймон приходил вчера на проект. Просто в гости. Я не знаю, ребят, у меня вчера не было. Когда он приходил, я уже была в городе. Расскажи про свое прошлое до проекта. Встречалась со стриптизером 3 года. Брала интервью артистов. Короче, много чего было. Ян, курить можно на проекте? Конечно. Ян, покажи свои часики. Ой. Вот мои часики. Кто в пятницу ушел? Кстати, не помню. Так. Вторая мышь в туалете кикает. Блин! Я ж думаю, кто это пишет про вторую мышь, прикинь. Твой мужик аж обжегся. Там Вика про себя пишет, что она вторая мышь и какает в туалете. Пусть она идет, сейчас жрать надо. Там уже какает. Он говорит, даже не есть, понимаешь, а жрать. А жрут только свиньи, Эдик. Вы уж определитесь. Что за фильтр? Классный фильтр. Усталость убирает. Ох, еще какие люди зашли. Спасибо вам большое. О, великий господин, вы сочли честь зайти ко мне в прямой эфир. Да, сейчас. И меня никто не целует. Вот тут надо, кстати, подумать. Я стала неверующей, по-моему. Ты что, женщина в сортире, ты ей понес жрать? Я приду на проект и сразу в изолятор один. Кстати, в изолятор просто так нельзя попасть. Подожди. Чтобы попасть в изолятор, это нужно кому-то втащить. Ты же не собираешь драться. Дима пусть целует. Да. Так, Яна, уже стыдно за тебя. Тебя никто не хочет. Согласна. Ну вот прям согласна, ребят, никто меня не хочет. Ни у кого даже писька на меня не встает. Вот полностью согласна. Я ж прям... О! За серия вышла. Я ж просто бегаю. Бегаю и мечтаю, чтобы меня кто-нибудь отшпилевилил. Но, увы, ах, могу как-то жить без секса. Это не самое главное. С Димой не спи, пожалуйста, потом поймешь. Звучит как угроза какая-то. Сколько находишься на проекте? Кстати, 21 числа... Вот тут, кстати, такая какая-то кушир такая оскорбляет постоянно меня. Я сейчас ее заблокирую. Заебалась я. В этом месяце, в этом заходе уже 7 месяцев. До этого год и месяц было. 21 числа было. Саймон не вернется. Спроси... Клика, почему он такое стекло ударил, потом убежал. Что какая-то несвязанная речь. У Димы 21 или 13 сантиметров? Ребят, не знаю. Не знаю, я не лазила в трусы парню. А зря. Я никуда не тороплюсь. Зачем? С Димкой классные. Видно, что ему с тобой хорошо. Эх. Наверное, не отвечаешь на то, что ты с Димой. Ко всем навязываешься, но никто не трахается. Да, ребят, меня никто не трахает. Наверное, потому что я не даю. И очень жаль. Нет, губы у меня не татуаж и не ботокс, просто. Ян, Васильев или Адеев? Не хочешь умереть? Ничего себе. Такое предложение, ребят, мне сейчас подфартило прям. Предложили умереть. Даже не знаю. Заманчиво. Да, я не знаю. Не знаю, как соглашаться на такое. Скажи, я уже там была, там неинтересно.
Ну да, в аду была. Тебе втащу и туда. За что меня бить? Вы нормальные вообще? А это пацаны пишут или девчонки? Знакомый мне пишет, мне втащит. За что? У кого-то стриптиз! Это Альбина танцует. Стриптиз? Ага. Она приобрелась такую куколку, вся в рот. О, ну хоть кому-то повезло. Я бы тоже посмотрела бы на стриптиз. Что у меня руки замерзли. Руки замерзли? Да, потрогай. Ни хрена себе, ты что, реально умираешь, что ли? Предложили, ты решил, да, ну ладно, пойду умирать. Да. Я знаю, у кого стоит. Да? Вика, тебе стоит, смотри, я пойду, я туалет. Правильно. Хочешь умереть, иди в туалет. Задохнешься сразу. У кого стоит, Серег? Там цветочки, да? Покажи, я посмотрю. Для тех, кто не хочет тебя, у них просто на путь, не знаю. Я прекрасна, дорогие мои. Ты можешь вести себя больше? Нахрена? Я же вообще баб-мужик-хабалка. Зачем я должна кому-то что-то показывать? У Димы правда маленький писюн? Блядь, что за вопросы просто? Да хватит вам глупости писать. Я самая классная. Клёвая. Спасибо большое. На пол шестого стоит. Ну, хоть на пол шестого стоит, и тоже хорошо. Видимо, всю жизнь так стоит. Пенченко, привет из Ростова. Хорошо. Зайка, ты классная. Ян, привет. Спасибо большое. Ты встретишь своего человека, когда перестанешь постоянно думать об этом. Пупсики мои, я вообще не думаю об этом. Правда. Покажи за серию. Тут за серию просят показать. Короче, зайдите ко мне в историях, там есть эта засерия, которая говорит о том, что Влад не очень умный. Хватит подкатывать яйца. Кто там подкатывает к тебе яйца? Мальчик. Слышь, будет моей любимой девочкой. Так, не обижай людей. Хорошо. Да она уже с ним спала, вы что, гоните, что ли? А ты что, выспался, Дим? Нет, я не общаюсь с Саймоном. Ты все-таки будешь шаурму? Да, Дим тут спрашивает... Да, ты мне написал? Да, Эдик, он будет, я не видела. Дим спрашивает, 21 или 13 все-таки у тебя сантиметров? Я просто не знаю, как отвечать на такие вопросы. Я же не знаю, какой у тебя размер члена. У меня нет члена, тёлка. У него нет члена, говорит тёлка. Ян, дай Димке уже просраться. Да он как бы... У него нет проблем с походом в туалет вроде. Бумага уменьшается. Ляна, привет. Вчера был эфир, когда Дима сказал, что ты поехала трахаться домой. Когда такое было? Поехала трахаться домой. Красиво вместе смотрите. Спасибо. Мороз. Я за тебя, Янка, не обижайся. Так, правильно, нафига ей давать всем подряд. Она приличная девушка. Согласна. Я избирательная просто. Ты знаешь, где стриптиз? Где? Где стриптиз? Покажите мне, пожалуйста. Подождите, а где, кстати, мой друг пропал тут вот? Всеядный. Я не видела стриптиза. О, Экси, привет. Это не угроза, просьба не стоит. Просто не спи. Я всей душой за тебя. Вас не понять. То спи, то не спи. А с кем спать? С кем целоваться-то? Вообще не понимаю. Ты так женственная. О! Вик, даже сторисы смотреть неинтересно. Захарова, ты намного круче. Спасибо большое. О, теперь практически все в сборе. Ты очень мудрая. Мы тебя любим. Спасибо. Привет. Ян, где Дима? Кушает. А вон за серия ходит. Да, вот она, вот она, вот она. Все, старость не радость. Согласна. Что, страшно? Блять, Вика, просто обожаю. Брянская сказала, что у Димы маленький писюн. Ну ладно, чё, господи. Мне же не с писюном жить.
попрыгунья, стрекоза, профукаешь все на свете. Согласна. Расскажи историю, из-за чего ушел Назар. Все, встретил девушку, понял, что любит ее и пошел. Так, вчера был эфир, Дима Лекси сказал, что ты поехала домой чпокаться. Ну, я рада. Он, видите, он мне только добра дома на выходных желает, чтоб я почпокалась. Блять, хотела шуткануть. Чтоб он понял, что... Чтоб я поняла, что он самый лучший. Но это неправда. Я не чпокалась за периметром, ни с кем. Янчик, будешь, если с Димой, то ты точно на место его поставишь. Да, был эфир, кажется, ночной он там. Да пофигу, кто что говорит. Я за себя знаю. Самое лучшее. Ян, твой совет нужен. Со злости оскорбили маму парня. Он обиделся, уехал из дома. Теперь переживаю, что делать. Ян, твой совет нужен. Со злости оскорбили маму парня. Извинитесь. Куда мы должны были поехать сегодня? Я по телефону не понял ни хрена. Ничего себе. Экси, это ты там куда парней затаскиваешь, а? Что тут за дела пошли? Тверская, работаем, братва. Что тут происходит за шумиха? Почему я что-то не знаю? Кстати, Серега, я так и не поняла, в чем прикол. Ты рассказываешь о том, где я передвигаюсь, но об этом мне не говоришь. А ты, если хочешь знать, где я гуляю, можешь написать и узнать, где я. Ты очень хороший, никого не слушай. Я... Конечно, я максимально работаю над собой. Неужели я не женственная? Если бы вы видели, как я одеваюсь за периметром, вы бы все поняли. Здесь просто в комфорте. Яна, это правда, что Юля Белая возвращается на проект? Ну нет, конечно. Ян, в тебя стоит влюбиться, Диме. Хотя бы за твою улыбку. У меня вообще идеальная улыбка. Да, с Кристиной ушел. А что ты, кстати, хаваешь хавуху, а мне ММДМС не разрешил? Стать твоя подруга, да. А? Ну я же не наела 1200 калорий. Я, кстати. А что там в шавухе? А что там в шавухе? Я просто не все ем. Тебе могут приходить парни или ты в паре? Могут приходить к любому человеку. Да пофигу, это было давно, ребят. Я над этой шуткой, если вы не видели, в эфире сама шутила. Хочу к тебе. Классно. Я рада за всех, кто хочет ко мне. Ля, ты сука, ты нормальный? Нормально. Дима! Я как с этим должна теперь жить? Ты вот это, да. Ты спокойно? Кто что говорит? За меня тоже рада. Подожди. Так, я пропустила. Пропустила вот этот момент. Влад хорош. За меня тоже рада. Это к чему вопрос? А? Это мне даже интересно стало. Я что-то пропустила? Так, какая помада? Разве не видно, что на ней нет помады? Я когда выбирал, кому идти, понял, что к Захаровой не пойду. Еще бы. Ты же видел, какая я в жизни. Ужас. Нет, можно мне, пожалуйста, Владик, на вот этот вопрос? Потом обсудим. Что здесь происходит вообще? Влад, я что-то не понимаю? Что? Что?
Что? Что значит дома поговорим? Что значит за тебя тоже рада? Я что-то пропустила? Так, что я пропустила? Вообще, что вы мне панику наводите в прямом эфире? Что значит я рада за тебя? Что происходит? Что вы тут мне мозги делаете? Сейчас я, блин... Что это было? Потом, Яна, тебе давно нравится Дима. Когда он был в паре, он тебе нравился? Я хорошо к Димочке отношусь. Все прекрасно. Сломали систему. Я вот сломали реально. Я не поняла просто, что я такого сказала, что... Я забыла, наверное, что я сказала. Почему говорят, что рада за... Что я должна? В чего вдруг я должна быть рада за тебя? А? Ты мне не писал полдня. Зато друг тебе все доложил просто. Где я, что я, как я? Классный друг. Я вам теперь, друг Сергей, ничего не скажу. Что за Влад? О чем? Да это точно Влад. А, все. Да, ты сказала парню, что рада за него на фразу «ты мне нравишься». За меня тоже рада? Да. Тогда за тебя тоже рад. Что за Влад? Не Влад, а да Влад. Сама говорила, что он топ. Что происходит? Да не вместе они даже сказать не могут про чувства. Я в открытую... Влад наш друг. Я в открытую говорю, что я не люблю Диму. У меня нет таких сильных чувств к нему. Я вообще всегда открыта. А что такого? Мы вместе были. А как это выглядит? Короче, я с тобой общаюсь, и ты просто такой... знаешь, полный отчет, да, перед другом? А что за Влад-то? Хороший знакомый. Влад Леон. Захарова самая лучшая. Конечно. Ты наелся? А что, я пойду сегодня заниматься? Я хочу этот ММДМ съесть. Съешь парочку. Дима машина вообще-то. Я ее фанат. Да, я помню, что ты хочешь стать таким же, как Дима, крупным. Понял кто? А что там внутри? Огурчики, ну, вот эти соленые. Нет, соленые, все. Я же говорю, мне важно, что внутри. Мне нельзя. У меня уже постельное белье свое фото. Так. Влад хороший брат. О, тебе не надоело бухенбалта? Быть бухичем. Чё? Яна, вы в Лешке находитесь. Какой в Леш... Нет, не в Лешково. Дима такой счастливый рядом с тобой. Да. Согласна. Так и не пришел к Захаровой. Струсил? Понял, да? Серега тебе там пишет, что ты струсил, а Серега пишет, что ты машина. Интригу сделай, Влад. Вы пара? Теперь к ней никто не придет. Смоленский бульдозер. Слушай, я пью, там все помнят. Ага. Ты, Серега, назвался смоленским бульдозером. Зачем даву сдаешь? Не знаю, кто где сдал. Артем самый красивый на прядь. Значит, у нас расходится мнение. Я не считаю его самым красивым. У тебя Венеры нет, у меня свои зубы. Я 3 года носила, короче, брекеты. У меня только 2 венерчика. Вот это и вот это, по-моему. А вот это коронка. Остальное, у меня своя идеальная улыбка. Зачем мне тратить бабки на бессмысленную фигню? А я со смыслом потратил. Да, зачем мне портить свои зубы? Дима, как дела у тебя, брат? Четко. Диман самый красивый, еще скоро Серега придет, ага.
А потом он вообще будет все сдавать. Да, Серега? Просто каждое движение будет сдано. Остальные ни о чем. Согласна. Потому что у тебя вкусы странные. Впрочем, как и ты сама согласна, я вообще сама странная. По-любому, по-любому Артем самый красивый. Че? Димка такой, как девка себя ведет. Да, я, кстати, отбеливаю зубы. Сложно, наверное, что, держать все свои настоящие чувства в себе. Видно, что хочется искренности, а не с кем. Хватит из себя строить сильную женщину. Видно, что ты не такая. Потом я приду. Я уже домой пойду, когда ты придешь. А, так, если там весело будет. Это будет жопа. Это будет жопа. Я думаю, что у вас там работа, много дел. Короче, завтра я вам покажу. Я, кстати, заказала себе эти полоски Oral Pro. Они очень крутые. Там не будет весело. Влад, не будет весело. Особенно мне. У меня, короче, рост 179. Вес у меня 63 килограмма сейчас. Пойду попозже в зал позанимаюсь. 40 минут кардио у меня на беговой дорожке. И чуть тело. На вот этой беговой дорожке? Ты будешь фильм смотреть, я буду бегать? Это, блядь, под контролем называется? Ну ладно, дома побегаю. У нас еще дома есть беговая дорожка. С ним будет очень весело. Его придется очень много учить всему и наставлять. Мне это будет круто, если норм парни придут, они ради проекта. Хоть Дима зашевелится. Дима, ты отдашь меня кому-нибудь? Хуй. Хуй, говорит. Так, посерьезнее будет, если вы сейчас нажмете кнопку Power на телефоне, откроете окно. Ляжет спать. У тебя хоть раз были вши? Вот это вопросы. У меня были в детстве. Да, мне кажется, они в детстве. Лагеря. В детстве у всех были. И глисты один раз были. Вы поняли, да, Дима рассказывает, что у него было в детстве. Как жалко тебе, похорошо. Зачем меня жалеть, ребята? У меня есть ноги, руки. У меня все прекрасно. Нет, твою маковку, я не беременна. Вот этот вопрос просто убийственный. Меня попросили купить тест на беременность. Я попросила Безуса, так как у меня не было телефона. Безус попросил Диму, а когда я позвонила эфир на Диме, Дима почему решил сказать, что он купился. Время уже позднее. Куда, Сереж, время позднее? Куда вы, кстати, намылили свой зад? Ну, это мы еще с Диманом обсудим. Это, видимо, тебе на то, что ты меня хрен отдашь. Господи. Сережа, оставайся, наверное, дома. Не стоит тебе сюда идти. А то я буду чувствовать себя неловко. Друг все-таки не смогу засаживать там. Я смогу. Ну и потом не готова, чтобы ты все время вот так был. Блин, вы что такие? Красивая баба, она ничего лишнего, как некоторые вот там. Конечно, ничего лишнего. Нет, кстати, я не смотрела этот сериал «Игра в кальмары». Был секс с Димой. Господи, что за вопросы странные, а? Смешно. За вами наблюдать два лицемера. Он тебя обосрал на всю страну и сейчас живет с тобой, как ни в чем не было. Согласна. Мы друг другу смерти пожелали и поняли, что мы не можем без друг друга. В общем, скоро приду. Нет. Я просто уже думаю, что это плохая идея, кстати, мальчики. Это плохая идея. Не стоит, наверное, Сереж. Не надо. Так, вы, короче, не знаете, что здесь происходит.
каждый живет своими жизнями. Я потом вечером там отвечаю вам на сообщения. Почему это я засажу? Почему Дима тебя оскорблял? Да где он меня оскорблял, господи? Не бежите, Яну. Понятно, не надо бежать. Кто хочет, приезжайте в Лукин. Да. Поехали. Поехали. Он работает. Они, кстати, открывают третий танцпол, этот Известия Холл, где Дава делал. Ты беременна, просто еще об этом не знаешь. Непорочное зачатие. Ну да, точно. Почему не стоит? Я пошел собираться в Лукин. А он не работает сегодня на выходных. Скоро приду заниматься. Просто этот. Поставь тогда. Нет, я поехал. А сегодня воскресенье? Да. Поставь дорожку. Кто лицемерный? Мы с Димой лицемерны, нам говорят. А почему не стоит? Потому что не стоит без меня тусить в каких-то местах. Да, конечно. Вот это поворот. Тебе не кажется, что Носатый слишком сильно пытается манипулировать и продавливать Аленку? Кого он из нее лепит? Что за бьюс? Не знаю. Короче, я считаю просто так. Поляна будет гореть, в чьей деревне изба горела. Там будут выступать перед открытием клуба нашего. Ну да. Нет. Диман, погнали на Будду в субботу. Слышишь, там какая-то Будда выступает в субботу в Известия Холл. Да? В Известия Холл выступает Будда. Кто выступает? Будда. Это кто? Посмотри, я тупой в артистах. Будда? Да, Будда. Сейчас посмотрю. Что значит пиар запущен? Короче, привет, Яш. Почему сообщение игноришь? Не, не игнорю. Чьи вижу, то Дима хороший, да, хороший. Леша Сальбин, да. Лав... Какой-то хип-хоп исполнитель. Да? Молодой? Да. Симпатичный? Нет. Ну ладно. На проект приду пропиарить Лукин. Не, не сможешь пропиарить, потому что мы лейблы и все такое название не... Короче, у нас запикивается. Кто строит... Фикцию. Да для кого тест? Я же сказала, для Элины. Не беременна я, успокойтесь. Я не трахалась ни за периметром, ни в периметре. Не было у меня секса. Ни с кем. Когда решу, что мне это надо, будет. А пока не хочу трахаться ни с кем. Короче, никто не должен сюда приходить. Все. Серега, сиди дома. Не надо. Меня проперет, придет. Ну, блядь, жопа мне будет. Не проперет. 29 сентября в Известия Холл. Баха будет там? Походу, будет. Господи, что за вопросы? С кем бы я трахнула? Зачем вы лезете в мою постельную жизнь? Я понять не могу. Счастливые люди гадости пишут. Не пишут, согласна. Как ты справляешься с воздержанием? Господи. Вы что, залезаете ко мне в трусы? Вам что надо? Я понять не могу. Ясен хуй он будет. Я знаю. Будет. Мы флексим в субботу. Да, конечно. С кем? Мне вот тоже интересно, с кем. Кто игнорит? Пальцами? Блядь. Ян, как ты справляешься? И водичкой. Вы нормальные вообще? Пиздец, почему я обсуждаю это? Вы нормальные вообще? Что у вас за тема? Успокойтесь, я просто не отвечаю на такие вопросы. Конечно, не буду. Вы меня видите каждый день без фильтров в телевизоре. Ты делала лазерку или шугаринг? Нет, шугаринг не делала, лазерку, только будь хитрее. Ты соглашалась с секс с Димой? Господи, я же только что ответила на вопрос. Я не трахалась ни за периметром, ни в периметре. Я не трахалась. У меня воздержание. Я не смотрю телевизор. Классно. И слава богу. И поэтому я считаю, что правильным решением, кстати, вот я сейчас только поняла, что другу стоит тоже сидеть дома. Нечего ему сюда идти. Ян, кто любимый участник на поляне? На самом деле у меня нету любимых
участников. Я типа очень хорошо отношусь к Горину, очень хорошо отношусь к Копинчину. У тебя тоже не было. Угу. У вас был секс с Димой? Нет, не было, господи. Лекса на вас сильно обиделась. Ну, бывает что. Слушайте, пока вы не зашли в прямой эфир, там говном не пахло. Вы оскорбляете, она по-доброму разговаривает. Я приду скоро. Тебе не ответили еще. Адриана будет моей. Я ее рыцарь. Это очень красиво. Мне кажется, что люди, которые говорят, что типа дылда или тогда не понимают. О, господи, да мне вообще плевать, что обо мне говорят. Я знаю, кто я такая и что я из себя представляю. Без коня. Зачем я на... Я не любить, она топ, согласна. Я вообще топчик. Ян, ты самая лучшая, честная и добрая. Спасибо. Я всегда говорю, кстати, людям правду. Вот всегда, какой бы она ни была. И это меня иногда губит. Ты самая лучшая на проекте. Только из-за тебя смотрю эфиры. Спасибо. А вы посмотрели, да, эфир, где мы будили Ромашовых? Я хочу посмотреть это. Так и ждут тебя, ага. Понял, да? Никто не ждет. Тапочек-то. Топчик. Топчик, топчик, топчик. И что ж ты из себя... Яна, тебя сейчас по телевизору показывают. Соленая сидишь с косичками. Такая милая. Спасибо большое. Очень красиво. Яна топ. Да, она говорит правду. Я чуть не поверила. Так, что ты наговариваешь на меня? Привет из Казахстана. Уважаю тебя. Досмотрел. Короче, зачем жить с Димой, если ты с ним что? Ты не с ним. Как это? Как это я не с ним? Вообще-то я с ним. Мы пара. Какие три участника нравились за все 17 лет больше всего? Считай тех, кого знаешь. Мне нравились харизматичные Жемчугов. Он может из любого говна, грубо говоря, сделать позитив. Дальше. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Кто не знаю, кстати, Стоцвят, Милена, Пенченко. Зачем жить с Димой, если есть я? Так, вышел эфир, где вы будете Ромашовых. Это трэш, Ржака. Спасибо за настроение. Не за что. Ты сейчас с Васильевым? Да, есть перерыв. А! Да, хорошо, Димочка, сейчас сделаю. А ты надолго в душ? А там отпечаток надо? Там отпечаток надо? Ты открыл его? А ты открой, там, может быть, не надо пароля. Так. С каким ты, Дима, блин? Месяц Дом 2 не смотрела. Так. И я... Па-па-па-па. Понятно, там что-то не то. Это точно, Влад. Да, сейчас оставлю отпечаток. Какой препарат лучше для успокоения? Не знаю, у меня... Мне доктор прописал, короче, фенибут, но у меня на фенибут очень жестко... Короче, организм сильно борется, и я становлюсь ненормальной, неуравновешенной бабой. Поэтому я больше его не пью. Сейчас... Я вообще не пью никакие успокоительные. А так у меня был этот зелененький, короче. Покажу вам позже. Чем круто. Лукин собирается? Кто собирается в Лукин? Дилда косолапон. Балу он меня называет. И жирафиком. До пятницы доберется. Согласна. С каким опозданием эфир идет? С недельку. Привет. Ты умеешь готовить, Мант? Нет. Но по рецепту, мне кажется, смогу приготовить. И, кстати, я очень сильно обожаю манты. Не хинкали, а манты. Когда ты разговариваешь, у тебя верхняя губа будто забирается. Не думала их переделать, сделать более естественно? Нет. Чем отбеливаешь зубы? Oral Pro. Полосочками сейчас буду отбеливать. Адеев. Вальбины. Вальбине, что? Было такое, Димка ее обтирал, когда... Да. Так, медитируешь? Нет, конечно. Ян собирает. Пацанами. Так, короче. Передай, пожалуйста, привет.
Приветики всем. Ну, готовь манты, или ты не умеешь. Зачем мне сейчас? Говорить правду и быть тактичной — разные вещи. Слушайте, я лучше тактично скажу правду, чем я буду врать. Ой. Покажи фото на стенках. Одесса, привет. Сейчас я вам покажу. Это, кстати, с нашей прошлой фотосессии, но с конкурса. Когда был конкурс «Мисс Дома 2». Ой, я сегодня, кстати, из дома себе забрала горнолыжный костюм. Только где варежки? Чтоб сидеть на лобнах. Яна, права, слушайте ее. Как ты права про правду? Яночка, не дружи с Адемом. Он поц и всегда за спиной тебя обсирает. Да пофигу, что он делает. Я видела в эфирах, показали. Жемчугов вернется на проект? Нет. Ермаковой пришли Билайт таблетки для похудения. Так нечестно. Сдай ее. Да пофигу. Фотки свои повесила, конечно, дома. У меня сейчас я вам покажу фотки дома. Господи, как бы вы знали, что у меня сильно болят ноги. Но я через не хочу, сейчас буду заниматься. Яна, у вас нет с Димой совместных фотографий? Нету, кстати. Спортом занимаешься? Да. Надо подкачать свой орех. Чтоб просился на грех. Чё, как стриптиз, Альбин? Как стриптиз? Слышали? Вот она. Почему не отвечаешь на вопросы про дыры? Что там было за вопросы про дыры? Яна, сколько похудела? Короче, я сейчас вешу 63. Нужно похудеть примерно до 57. А чё? Конечно, он... Дим, ты знаешь, сколько фильма не досмотрел? Полчаса. Да. Да. Я думаю, это нет. Я очень жду совместных фоток. У меня 16 июня день рождения. Согласись сейчас бы пойти в ЗАГС, если бы Дима позвал. Что? ЗАГС? Не уверена. Я модельер-конструктор одежды. Не уверена, что я хочу идти в ЗАГС. Прям не уверена. А чё, всё, друзья мои, свинтили? Да? Куда делись все? Тебя камера снимает сейчас? Да. Где Дима? Дима в душе. Да, у кого-то 16, по-моему, марта день рождения. Тебя в ЗАГС, да ты брось. Бросать не буду. Смотрите, Дима мне уже поставил беговую дорожку, чтобы я занималась. Ну, вы поняли, да? Не нужно тебе худеть, красотка, ты же жирная. Подкачать жопу, да, можно, но не худеть, пожалуйста. Какие продукты под запрет, чтобы начать худеть? Нужно убрать сахар. Вот я хочу ему дать, но он мне не разрешает. Вот. А потом много-много воды пить. Где-то у меня, кстати, бутылочка с водой. На кухне. А, вон она стоит. Убираешь волосы на руках? Нет. Манты б сейчас сожрала бы, а? У меня 2 июля день рождения. Господи, хотела сказать, я забыла, как какого числа у моего друга день рождения, у знакомого, но вспомнила внезапно. Там такая дата интересная. 3 камеры в нашей комнате. Ты победишь мучную. Да, мучную особенно. Худей огромная такая, и горб очень тебе портит, согласна вообще. Мясо убирайте. Нет,
Мясо это ты можешь убирать. Минимум два. Если сможете больше, то лучше. Так, я спросил Диму, как ему живется с сутулой и косолапой, с которой ни один адекватный мужик не будет. Так же, как и с вами, видимо. Как поживает Кристина Бухенбалте? Не знаю. Адриана ушла, я надеюсь? Нет. Как сельские Бухенбалте? Никто их еще не видел. Кто Билайт продает? Я не знаю, кстати. Почему ты с Аленой не общаешься, допустим? Наши дороги разошлись. Ты высокая, в маму или в папу? Ни в кого, кстати. Они у меня все низенькие. Это просто понять. Ян, приходи в зал с Димой. Нет, вон у меня зал. Беговая дорожка сейчас будет. Что за мужчины пошли? Такая баба пропадает. Да нормально все у меня, не переживайте. Так, короче, ребятки, все, пупсики мои, я пошла. Ян, ты прикольная, а люди злые такие пишут тебе гадости. Ты беременна? Нет. Ребята, не беременна, пожалуйста, перестаньте мне это говорить.